Губернатор Ямала провел заключительное в этом году заседание окружной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Участие в нем приняли члены правительства, представители правоохранительных и контрольных органов, общественных организаций, руководители органов исполнительной власти. На заседании обсудили меры, которые принимаются для недопущения коррупционных проявлений при оказании государственной поддержки предпринимателям. Дмитрий Артюхов поручил усилить контроль в этой сфере. Директор окружного департамента экономики Валерий Миронов сообщил, что ведомство совместно с агентством «Мой бизнес» постоянно работает над повышением прозрачности предоставления поддержки. Этому способствует внедрение принципа одного окна для заявителей, обеспечение обратной связи с представителями бизнеса и коллегиальное принятие решений о выделении субсидий. Все меры поддержки разрабатываются совместно с предпринимателями. Для этого в каждом муниципалитете созданы инвестиционные советы. Председатель общественной палаты Ямала Дмитрий Заякин озвучил результаты опроса жителей региона на тему коррупции. Так, абсолютное большинство опрошенных, 87%, в последние два года не сталкивались с необходимостью решить проблему с помощью взятки или подарка. Наиболее эффективными мерами по борьбе с коррупцией ямальцы считают ужесточение наказаний, перевод предоставления услуг в электронную форму и формирование в обществе нетерпимости к подобным преступлениям.